которые создали для нас, подарили нам победу. И вот эта живая галерея удивительных людей. Мы вглядываемся в ваши лица, в эти лица. Мы видим удивительный оптимизм, свет и необыкновенную доброту в каждом из этих лиц. И мы как будто перед каждым из этих портретов сдаем человеческий экзамен. А человеческий экзамен состоит в том, как мы проживаем каждый день своей жизни. И что мы созидаем, и что мы оставляем после себя. Дорогие наши ветераны и войны, и труда, вы этот экзамен каждый из вас сдал давно уже на пятерку.